Выставка «Три страны. Одно Полесье» фотокорреспондента Ирины Шепелевич, которая открылась в преддверии минувших выходных музея «Спасенные художественные ценности», это своеобразное подведение итогов многодневной международной экспедиции сплава по реке Буг. Путешествие по уникальному природному уголку Полесью смогли совершить и все гости, пришедшие на открытие вернисажа. Официальные границы не делят красоту природы на свою и чужую, а потому, перемещаясь благодаря творениям фотохудожницы Ирины Шепелевич по территории нескольких стран, и вовсе непонятно, белорусская, украинская или польская эта сторона. Выставка, конечно, замечательная. Во-первых, сама идея хороша, потому что в последнее время как-то ценности немножко утрачиваются. Вот эти вот ценности дружбы народов, дружбы, сплоченности, особенно славянских народов, как-то мы утрачиваем, мы все больше смотрим на Запад, в Америку. И поэтому вот то, что сделан этот проект, и то, что как бы результат этого проекта, вот эти фотографии, это, конечно, прекрасно. Смотря на некоторые картины, я могу вспомнить своих родственников, к примеру, ту же бабушку, которая у меня в деревне живет, которая приезжаю каждые выходные и навещаю ее, вспоминаю, что она доброе для меня сделала. На некоторых фотографиях могу увидеть некоторые обряды, которые совершались. Это тоже идет как память. Некоторые картины мне просто нравятся. Путешествие команды Ирины Шепелевич по Полесью началось в мае 2009 года и продолжалось больше месяца. Отправная точка – исток не самой спокойной и тихой, как оказалось, реки. В планах у команды было прохождение не одного десятка километров в сутки. На деле порой не удавалось преодолеть и нескольких. Поваленные деревья и другие преграды не позволили совершить стремительный сплав, но дали возможность неторопливого и внимательного странствия. Это было тяжелое-тяжелое испытание. Мы начали в Верхобуже, там, где Буг, до неузнаваемости, не похож на ту реку, которую мы знаем. Это не та река, которая напоминает Муховец. Это извилистый, глубокий, холодный канал, заваленный деревьями. Если мы думали, что мы в день будем проплывать, проходить 30 километров, то в день мы проходили 2 километра, а всю остальную часть дня мы рубали деревья и искали какую-либо цивилизацию, жилье. Таким образом, помимо целой серии фотографий, которые повествуют о жизни этого уникального природного уголка, результатом экспедиции стало расчищенное русло реки. И в планах этой команды единомышленников еще не один подобный амбициозный и, безусловно, полезный проект, который будет непременно воплощен в реальность. Итоги же состоявшегося похода может увидеть любой желающий. Фотовыставка будет представлена в музее до 9 февраля.